С 20 по 23 июля отдел госавтоинспекции Лидского РУВД проведет профилактические мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с лицами, не имеющими права управления. С начала года на территории области сложилась неблагоприятная дорожная обстановка с участием лиц, которые управляли транспортными средствами, не имея при этом документов. По вине бесправников зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2 человека и 8 получили ранения различной степени тяжести. Хотелось бы упомянуть и об административной ответственности, которая в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь впервые за данное нарушение предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф составит от 20 до 50 базовых величин, либо общественные работы от 8 до 60 часов, либо административный арест сроком до 15 суток. А если же бесправник сядет за руль в третий раз в течение года, ему грозит уголовная ответственность. Уважаемые граждане, если вы располагаете достоверной информацией, что транспортным средством управляет водитель, не имеющий права управления, проинформируйте об этом незамедлительно милицию по номеру телефона 102.